Добрый вечер, дамы и господа, друзья, коллеги, товарищи. А, ну все, я могу уже уходить, спасибо, потому что для любого человека, который выходит на сцену, для него самое главное — это аплодисменты. Вы меня уже в них утопили, поэтому я могу спокойно уходить, и пусть вот эти ребята с инструментами отдуваются. Ну, все-таки спасибо, да. Два слова, теперь серьезно. Сегодня мы, во-первых, поздравляем вас всех с праздником. Раз вы выкроили время, пришли к нам разделить наше счастье, низкий вам поклон и спасибо. Сегодня мы представляем вот этот вот уникальный двойной проект, который называется «Звуковое пространство». Вышел он на лейбле Artbeat Music. Это двойная пластинка двух прекрасных музыкантов, которые на ней написаны, которые в ней участвуют, которые ее придумают, которые придумали, которые ее осуществили. Это Владимир Тарасов и Алексей Круглов. Буквально, ну, два слова. Я думаю, что здесь вряд ли в зале найдутся люди, которые не знают, кто это, что это за люди. Владимир Тарасов — это человек, который еще в те далекие 70-е прошлого века вместе со своими коллегами Вячеславом Ганелиным и Владимиром Чекасиным создали потрясающее трио, которое, на мой взгляд, было, наверное, одним из самых легендарных у нас в стране в то время. Люди делали импровизационную свободную музыку, что в то время, скажем, тоталитарное было уже неким вызовом системе. Но, тем не менее, эти музыканты с большой буквы делали свое дело честно и открыто. И, я не знаю, вот, наверное, лучше бы об этом рассказали наши музыкальные критики, журналисты. Я думаю, они уже об этом много говорили и еще много расскажут. Открывайте интернет, читайте. Вот эта легенда — Владимир Тарасов, человек-легенда, человек-оркестр. Он сегодня будет на этой сцене. Алексей Круглов, второе имя, второй музыкант, который тоже выйдет на эту сцену. Это уже человек более нового поколения, но человек, который продолжает то дело, начатое его старшими товарищами. И еще буквально два слова вот от себя. Да? Вот та музыка, которая сегодня прозвучит, она требует и от вас немножко внимание, скажем, да, немножко работы с ней. Откройтесь, примите ее в себя, почувствуйте себя частью этой музыки, и уверяю вас, никто отсюда не уйдет разочарованным. Ну и, конечно, вот эта пластиночка, которая у меня в руках, она вот там в скромненьком магазинчике продается, может, здесь еще пройдут официанты, ее предложат. Возьмите ее себе на память, поверьте, это будет прекрасный подарок вам самим и всем тем, кого вы любите, кому вы хотели бы подарить что-то приятное. Итак, Алексей Круглов, Владимир Тарасов и Круглый Бенд. Thank you.
господа. Возможности показать вам замечательный оркестр, прощение, который проведет программу, которую я сделал несколько программ для большого оркестра. У меня есть такой для меня оркестр, в котором замечательные музыканты, одни из них Лиза Самоскуна сегодня у нас как special guest для оркестра. Эта программа состоит из нескольких, то есть раньше, вот если кто знает мои сольные программы, я их называл итальянским словом действия от первое, второе действие, первое, второе, третье, потому что каких-то таких особенных названий как-то не хочется давать. Музыка есть музыка, она говорит сама за себя. Музыка — это то великое искусство, где есть определенное какое-то, вот, знаете, как цветочки, которые спускаются, вы заглядываете там дальше, 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 там все это бесконечно. И я решил, что все-таки музыка для меня, я был давным-давно в Индии неоднократно, я видел, как ткут ковры, как вот несколько человек ткут один ковер, у каждого свой узор, и потом, когда вы смотрите близко, вы не очень какой, а когда вы отходите на расстояние, вдруг вы видите такое общее полотно, которое возникает из этого, из этих ниток, узоров, которые каждый из них вкладывает что-то свое. Поэтому для меня музыка в каком-то смысле тоже такой гобелен. Гобелен ручной работы, если это делается мастерами, которые по-настоящему вживаются в тот материал, который им дается. И поэтому тут возникли вот такие вот... Я сделал несколько программ для большого оркестра. Большинство из них носит чисто такой алитарический характер, или когда мы праздновали столетие Джона Кейджа позапрошлом году, может быть, кто-то из вас здесь был в Рахманинском зале, где мы играли с Лешей Любимым, целый ряд программ, в том числе на Вильнюсском джазовом фестивале к столетию Кейджа я сделал программу, где была совсем другая, другого типа музыка. А в ноябре прошлого года я получил приглашение на то, что есть Mama Jazz Festival. Вильнюсе фестиваль достаточно традиционный. Директор этого фестиваля сказал мне, что вот она очень хотела, чтобы мы сделали оркестровую программу, но что она должна была быть такой более что-либо джазовой. Тем более, что, конечно, школа достаточно у нас у всех традиционная, джазовая. И я сделал вот ряд вот этих гобеленов. Название ничего там, гобелен первый, второй, третий, седьмой, в основном это, если он седьмой, то это 7 четвертей, шестой, это 6 четвертей, там, вот примерно вот такие вещи. Первая вещь, которую мы вам покажем, она не относится к гобеленам. Она называется «Встреча the Summit». Это вещь достаточно, в общем-то, она с прошлого года. Summit, это, вы помните, был саммит между Горбачевым и Рейганом первый, и вот был второй саммит, когда они, это был какой-то 80 какой-то год, я не помню, по-моему, 7 или 8, и нас пригласили участвовать в какой-то культурной программе параллельно. И я имел счастье, мы очень много играем с замечательным великим американским барабанщиком Эндрю Сирилл, и это было написано, значит, у них был свой саммит. А у нас в зале Чайковского мы тогда играли, был свой саммит, это был для дуэта двух барабанщиков, я и Эндрю Сирилл. Ну и, значит, потом эта пьеса разрослась, я сделал, так как у меня есть хороший приятель, австрийский дирижер, то есть я так как еще много занимаюсь классической музыкой, и он сказал, вот это было бы здорово, если бы это было там для классического симфонического оркестра. Я сделал версию для симфонического оркестра, но потом, когда у нас еще и такой бенд есть, тогда я сделал оркестровую вещь, эту оркестровую вещь для соло барабанов и большого оркестра. Так что к вашему вниманию первая вещь называется «Summit». Сейчас мы настроимся, извините. Thank you.
Следующая наша пьеса будет называться «Гобелен номер второй». Сейчас, секундочку, мы поменяем инструмент, возьмем бас-гитару. Thank you.
Юра Тарганов. Кругловка. Следующая вещь, которую мы вам покажем, называется «Tapestry». Седьмая. Thank you.
три. Да, и должен проснеться. Я просто пропустил, что у нас солисты в Tapestry 7 были. Сейчас я вам скажу, кто у нас играл на саксофоне. Кто у нас играл на саксофоне, ребята? Так, Ольга Сарыкина. Затем Рост Кочетков. Кто у нас еще играл соло? Да, и самое главное, простите, пожалуйста, забыл самого главного человека в этом номере. Это у нас Павел Мартыненко, гитара. Еще не все. Еще Алексей Наджаров. Спасибо большое. Следующая вещь называется «Баллада третья». Должен сказать, что я лет 10 отработал во Франции с Joseph Nash Choreograph Dance Center. Joseph Nash – это достаточно известный хореограф и танцор. И эта музыка была написана, вот то, что вы сейчас услышали, и то, что было с него номер, для авиньонского спектакля. Это был первый вариант, был для секстета. А теперь просто рад вам представить нашего замечательного солиста Олега Гримана.
Теперь я приглашаю еще одного нашего гостя, Антон Тонин. Сейчас мы немножко остановимся. Это будет тапестра 7, которая имеет под заголовок «The Summer of Dunamis». Если кто-то из вас помнит, был такой совершенно замечательный музыкант, Дон Эллис, которого мы обожали в то время, который из студенческого оркестра сделал один из лучших биг-бендов мира, который обожал нечетные ритмы, у него был совершенно замечательный аранжировщик Милчо Леви, полагаем, и которому нравилось включать какие-то восточные звуки, восточные инструменты, и так как еще и вот религия, так как сегодня большой праздник, в том числе мы исполняем тапестры номер 6. 6 это значит просто вещь на 6 четверти. Спасибо.
Сейчас Алёшка и чисто всех. Юрий Парфенов. Рост Кочетов. Антон Захаров. Юлия Маликова. Максим Дуров. Антон Копиков. Георгий Горбов. И Ольга Самокина. Спасибо большое, спасибо. Так, и сейчас следующий наш гобелен, номер один для двух барабанщиков, для трех барабанщиков и нескольких оркестровых солистов. Сейчас еще секундочку, не забыли самого главного человека. Антон Тонин, ситара. И это еще не все. Еще Юрий Посыпанов, который играл на табло. Ты меня просил, а Леша просто забыл, потому что эти люди наши специальные гости. Спасибо. Thank you.
Но перед этим я вам представлю весь нас состав. Это Юра Парфенов, как специальный гость у нас. Рост Кочетков. Извините. Юлия Маликова, Антон Захаров, Максим Дуров, Трубин, Федор Синчуков, Андрей Савинчев, Вячеслав Кейзеров, Трамбоны. Туба, Андрей Башев, Стас Черемушкин. Саксофоны. На специальный госвыпуск Мацкунас. Антон Котиков, Олег Крымов. Руководитель этого бигбенда Алексей Круглов. Ольга Сорокина, Георгий Горов. Ритм секции. Павел Мартыненко, гитара. Алексей Начаров, фортепиано. Денис Чушков. На контрабасе, Петр Ившин на барабанах, Олег Виданов на барабанах, специальный гость Юрий Посыпанов, перкуссия, также Антон Тунин на сетаре. Thank you.
Девушка играет на оркестре «Ураган». Спасибо. Дорогие друзья, большое спасибо. И давайте всем поприветствуем человека, который придумал для себя этот проект. Это его музыка. Это легендарный Владимир Тарасов. Владимир Тарасов! Спасибо. Владимир Тарасов, Людос Маскунас, Антон Тунин, Юрий Посыпанов, Олег Юданов и оркестр «Круглый бэнд». Спасибо. Спасибо большое. Завтра последний концерт в Москве Людоса Маскунаса в рамках этого тура. Поэтому не пропустите 25-го завтра в клубе Powerhouse. Людос Маскунас будет играть со своим трио. Спасибо. До новых встреч.